Let's go, pal. Я приветствую всех и каждого, с вами Бадди, мы продолжаем проходить Fallout 4. Буквально в предыдущей серии мы с вами выбрались из убежища. Это было несложно, но интересно, и мы потихонечку обвыклись с управлением, потихонечку обвыклись с системой игры, прокачки и другими параметрами. У нас есть пистолет, и у нас есть, кстати говоря, другие ручные оружия, поэтому надо бы нам с вами их посмотреть. Так, а ключ что, я брал, он не нужен мне, что ли? Я думал, как оружие используется, нет? Жалько. Так, комбинезон одежды. Так, у меня обручальные. Давай-ка очки оденем. Что, зря нашли, что ли? Так, помощь. Вернуться домой. Это у нас обозначено убежище. Это наша главная цель. Поэтому проблем быть не должно. Пока карта для нас, что называется, не особо важный параметр. Но у нас есть радио. Давайте попробуем его поймать. А, ну вот, его не собственно ручно давать, да? Так, что, выключено, да? Demon City. Интересно, будут субтитры? Вот так выглядит наш герой. The great green jewel of the Commonwealth. It's Diamond City Radio. Да, радио не переведено. Uranium fever is on next, and, well, I'm pretty sure enough time has gone by that we can all find the humor in the subject, right? Что ж, потихонечку давайте выполнять нашу цель. Радио пускай работает, оно нам мешать не будет, я думаю. Только создаст немного атмосферы. Так, вот знакомые нам места, и мы потихонечку к ним спускаемся. Я потом в настройках радио сделаю чуть потише, чтобы оно фоном шло, но при этом не мешало. Так, ну что, надо осматриваться, а нет ли каких-нибудь супермутантов в нашем старом жилище? Я сразу предупрежу, эта серия будет немножко короче предыдущей, где-то минут 30-40, по той причине, что играю в первый день с утра, и по этой причине мне бы хотелось успеть еще и поработать, и при этом замонтировать серию, чтобы они вышли хотя бы где-нибудь вечером. Так, ну давай осматриваться. Мы идем по главной цели. Так, впереди вот какие-то, я так понимаю, это достопримечательности, да, на карте? Не на карте, а на своеобразном компасе отображены. Вы знаете, вот сейчас записываю эту серию сразу после предыдущей. И проверю. Так, чтобы ускориться. Не, не хочу ускоряться. Не хочу идти именно так. Так, мы обнаружили Сенчуари. Звонит такое прикольно. От слова Сенчуари, что ли? Век? Так, ну что, вы знаете, что мой внутренний барахольщик хочет обыскать каждую комнату здесь. В каждом доме. И, кстати говоря, можем что-то интересное найти. Так, ну я так осматриваюсь, чтобы не случайно никто ко мне не подошел из-под тишка. Оружие пока уберу. Шпилька, парик. Вы что, издеваетесь, я могу одеть парик? Давай попробуем. Как вам? Так, это я в парике или без парика? Чем отличается от моей обычной одежды? Много? Что, реально одет? Чуть разницы не заметил. Это, наверное, если бы я был лысый, да? Ладно, пока берем, как я сказал, все. Потом будем разбираться с этим потихонечку. Так, мне, конечно же, хотелось бы эту санчуари обыскать всю. Давайте так будем выборочно заходить. Может быть, что-то будем находить. Интересно, это радио работает, нет? Дублирует мою запись, что ли? Так вот, простите, я не договорил. Проверил файлы записи через NVIDIA Shadow Play. И обнаружил, что он разбивает единый файл, да, на... Ну, практически эту серию у меня разбил на 5 файлов по 15 минут. Это, блин, не очень удобно, честно вам скажу. По той причине, что это надо все монтировать, склеивать. Но при этом это будет, что называется, тайник с крышечками. О, отлично.
Это вопрос о том, надо ли обыскивать жилище или не надо. Если ты хочешь получить удовольствие от игры, то надо. Так. Здесь вроде больше ничего мы не находили. Так вот, мне от вас нужна такая информация. Вам сильно надо, чтобы было в 60 FPS? Или не сильно? Если сильно надо, ну то буду запариваться по этой теме. Фуражка капитана корабля. Ну-ка, опять же, мне это интересно. Господа, мы отправляемся в дальний путь. Давай в ней походим. Так, я слышу тараканов. Слышите, да? Так, а я уже дома, что ли? Это мой дом? Уж реально, что ли, получается, домой вернулся? Потому что задание было выполнено. Или я просто не дошел? Ну, это, видимо, я вошел во двор своего... своего дома. Потому что смотри, как дура в курошке хожу, честное слово. Так, помощь. Интересно, вкладка помощь. Там что у нас? Готовый завтрак. Радиация 5, вес 0,5, цена 25. Мясо ради таракана, очищенная вода. Рад X, ну, понятно, очищает от радиации, да? Ну ладно, радиация можно будет и через пип-бой нейтрализовать. А вот стимулятор надо, чтобы в горячем слоте стоял. Так, я здесь где-то вижу таракана, нет? Нет, это наш друг. Он что, остался жив? Я тебе не верю, друг. Но походу так и есть. Так что напишите мне в комментариях обязательно, запариваемся мы по 60 FPS или не запариваемся. А я так как рад тебя видеть, друг мой. Так, немножко пессимизма. My God, they did it. Those bastards really did it. Everything's dead. Everything's dead? Ah, yes, the garden. The posies have been problematic, I admit. Ah, if only the missus were here to help. Where is she, by the by? Скажем, правда. They killed her. Sir, these things you're saying, these terrible things, I believe you need a distraction. Yes, a distraction to calm this dire mood. It's been ages since we've had a proper family activity. Checkers, or perhaps charades. Sean does so love that game. Is the lad with you? Так, ну будем правду говорить. Sean's been kidnapped. But I'm going to find him. I'm going to get my son back. It's worse than I thought. You're suffering from hunger-induced paranoia. Not eating properly for 200 years will do that, I'm afraid. 200 years? What? Are you... A bit over 210, actually, sir. Or give or take a little. For the Earth's rotation and some minor dings to the old chronometer. That means you're two centuries late for dinner. Perhaps I can whip you up a snack? You must be famished. Так, порой собеседник пытается утаить от вас информацию и крышки. Вы можете попытаться убедить его, поделиться с вами тем или другим. Так... Это вот именно на Y? Codsworth, you're acting a little bit weird. What's wrong? Oh, sir, it's been just horrible. Two centuries with no one to talk to, no one to serve. I spent the first 10 years trying to keep the floors waxed, but nothing gets out nuclear fallout from vinyl wood. Nothing! And don't get me started about the futility of dusting a collapsed house! And the car! The car! How do you polish rust? Это ж как надо было постараться, чтобы робот потерял веру в жизнь. Так, давай у него информацию выведаем. What do you know, Codsworth? I'm afraid I don't know anything, sir. The bombs came and all of you left in such a hurry.
I thought for certain you and your family were dead. I did find this holotape. I believe the missus was going to present it to you as a surprise. But then, well, everything happened. Так, у нас предмет получился, надо бы его посмотреть. A holotape? What's on it? I believe it's a private message for you. My etiquette protocols would not permit me to play it for myself. Any standard holotape reading device should be able to play it back. Oh, like that Pip-Boy on your arm. That should work brilliantly. Now, enough feeling sorry for myself. Shall we search the neighborhood together? The missus and young Shaw may turn up yet. Have you seen anything dangerous? Oh, just the usual, sir. Pesky neighborhood dogs and mosquitoes. Shall I investigate? All right. Lead the way. Proud to serve, sir. Так, для начала давай попробуем посмотреть голографическую запись. Где она только? Так, выбери чигу для примета с помощью, затем нажмите. Это я понял. Так. А где у нас предмет? Это вот предмет. Так. Redman's... А, вот, привет, зайка. Это игра, да, в которую мы играли, папка. Кстати, почитаем. Давай почитаем, как почитать ее. Так. Но ее смотреть-то можно как-то, нет? Привет, зайка. Тоже опять же. Ладно. Как посмотреть-то ее? А вот все воспроизвести. А здесь только осмотреть, то есть. Нельзя посмотреть, что в папке, что ли? Совсем понимаю. Ну давай воспроизводим. Anyway, isn't that right? You are kind and loving. Funny, that's right. And patient. So patient. Patience of a saint, my mom used to say. Look, with Sean and us all being home together, it's been an amazing. But even so, I know our best days are yet to come. There'll be changes, sure. Things we need to adjust to. You'll rejoin the civilian workforce, and I'll shake the dust off my law degree. But everything we do, no matter how hard, we do it for our family. Now, say goodbye, Sean. Bye-bye. Say bye-bye. Come on. Bye, honey. We love you. Вот такая вот запись, господа. В заброшенном нами доме. Так, я еще раз попробую ее смотреть, но я ничего с ней не могу, да, сделать. Ну, нахер тогда ее. Ладно. Так, что у нас еще по хламу? Хлама у нас дофига. Модификации нет, боеприпасы есть. В принципе, ничего интересного. Грязный черный костюм. Что за грязный черный костюм? Кстати, вполне вероятно, что можно переодеваться. Ну, нет. Но, кстати говоря, можно будет использовать, чтобы не палиться по-хорошему, да? Но пока походим все-таки в комбинезоне. Ну, понятно, каждый костюм... имеет свои показатели. В принципе, они одинаковые. Все, что мы имеем, пока ничего нам никаким образом не поможет. Ладно, что могу сказать. Детскую давайте пройдем.
Может быть, что-то интересное найдем. Обычная машинка, погремушка. Не только если на память. Но в этом особого смысла, конечно, нету. Ну, я так понимаю, глобальная цель нашего с вами прохождения — это найти сына Шона. И выяснить, кто это сделал, самое главное. Где его найти и как этих ублюдков наказать. Телек не работает, было бы странно, если бы работал. Ладно, пошли за комодом этим, или как его там. Буду называть его комодом. Он где, кстати говоря, паренек-то наш. Вот во что превратилась наша машина, а я бы такое не хотел видеть. Так, ну что, эта серия будет посвящена исследованию нашего городка. Чудо-клей. Все берем. В хозяйстве все пригодится. Машинку можно будет продать, и изолента явно будет использоваться для модификации. Станция обслуживания брони. Вон оно что. Теперь вы можете использовать мастерскую в следующем пункте. Вы не можете использовать после намискации, пока не найдете силовую броню. Понятно. По крайней мере, мы знаем, где это сделать. Лопата. Ну, возьмем. Скоро я чувствую, я уже буду ограничен в весе переноски. Здесь же верстак для оружия. Так, что я могу с ним сделать? Давай попробуем. Стандартный ресивер, короткий ствол. Так. Необходимо все, что у нас в принципе есть, да? Не совсем понял, подожди. Легкий ресивер, что он дает? Уменьшаемый урон, меньше вес, уменьшаемый урон. Увеличивает урон, больше вес. Увеличенный урон от критических выстрелов. Увеличение урона. Повышает скорострельность, малый урон и дальность стрельбы. Так, вот это хорошая штука. Но я, к сожалению, не могу их использовать. Че, будем что-то менять, нет? Так как это мое единственное оружие, наверное, хотелось бы. Я бы, наверное, хотел увеличить урон. Поставим тяжелый ресивер. Отлично, делаем. Так, что еще есть? Короткий ствол, длинный ствол. Штатный, повышает точность при стрельбе от бедра, низкая дальность и точность прицельной стрельбы. Штатный, да? Ничего не повышает, что ли? Ладно, пока не ставим. Так, вот рукоятка. Штатная. Улучшает отдачу и точность при стрельбе. Много требует. Много требует. Ладно, давай пока посмотрим. Штатный магазин. Большой магазин не могу взять. Штатный прицел не могу взять. Нет надувной досадки. Ну что, давай возьмем тогда, наверное, удобную рукоятку. И короткий ствол. Отлично. Зачем я все это делаю, да? Так, охранный... Так, удобно, тяжелый пистолет. А это? А, это у меня запасной, да, получается? Я понял. На нем модификации нет. А этот пистолет, кстати говоря, можно разобрать. Давай разберем. Разберем, не разберем? Давай разберем. Все, отлично. Так, теперь у меня удобный тяжелый пистолет. Хорошая штука должна быть. Наверное. Ну, по крайней мере, немножко поработали с крафтом. Так, мастерская позволяет строить, изменять, носить ближайшие объекты и структуру. Для производства вариантов используйте и нажимайте, чтобы найти объект, структуру, которую хотите построить, или выбранный объект. Еще крафт есть здание, что ли? Да вы издеваетесь. Да ладно. Нужно убежище себе сделать, что ли? Ну ладно, пока поэтому запариваться не будем. Но очевидно, что можно. Ладно. И все это в соседнем с нами доме. То есть можно себе в своей же деревеньке сделать убежище и возвращаться сюда по мере необходимости. То есть сделать там нужный, ненужный верстачок, да? То есть, ну очевидно, что этим нужно заниматься. Очевидно. Так.
Но вы же меня, барахольщика, знаете, я пока все не осмотрю, я не успокоюсь. Ну, кстати говоря, здесь такие материалы нужны будут различные. Чистый коричневый костюм. Можно будет продать. Сейчас в начале игры нам, знаете, любые деньги не лишние, потому что сейчас мы очень бедны. Очень бедны. Так, а где мой друг под названием Комод? Так, это что такое? Санчуари. Ну, понятно, это место так называется. Так, ты у нас вон там, да? В том доме. Давай еще эти дома осмотрим, потихонечку будем тебе продвигаться. Этот дом завален, сюда можно войти. Такой прямо, ребята, геймплей, который я люблю, да? Кто смотрит мои прохождения, тот знает. Ходить барахольничать я люблю. Так, а что за значок такой странный? Какая-то банда или что-то здесь было? Желательно резинка продадим. Тостер, ну не хочу тяжелые вещи таскать. Так, холодильники что есть? Ядрёна кола, свинина с бобами. Так, а вот этот дутень. Не очень приятная штука, наверное, когда живая. Даже, наверное, похлеще таракана будет. 100%. Так, тут кто-то Хэллоуин праздновал, что ли, успел? О, сейф, 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 сейф. Так, выберите положение шпильки с помощью LS. Используйте R, чтобы повернуть отвертку. Если вы выбрали правильное положение, замок откроется. Если замок не поддается, отпустите RS, используйте LS, чтобы перевести шпильку. Окей. Откуда-то очень знакомая, да, система взлома? Не из Сифли, случайно? Отлично. Sweet. Так, гладкоствольный пистолет. Ой, какой я сейф-то нашел, а? Парни, а вы мне говорите, не осматривай, не осматривай. Крутую штуку нашел, только походу я зря замодифицировал свой. Вот в чем проблема. Так, давай сначала осмотримся, а потом посмотрим, что мы с этим пистолетом можем сделать. Очевидно, что мы его улучшить уже вряд ли сможем. Чистый коричневый костюм. Уже есть у нас чистый коричневый костюм. Супер, переодеваться не хочется. Не знаю, мне нравится этот комбез в убежище. Ну, по-хорошему переодеться надо. По-хорошему мы палимся, что мы из убежища. Какие-нибудь нехорошие силы могут от него воспользоваться. Ладно, с этим домом, наверное, закончили. Очень интересные вещи мы тут нашли. Так, этот дом, насколько я понимаю, завален полностью. Отлично. Пошли сюда. Может быть, здесь тоже сейфик есть какой-нибудь? Коробка сигар пойдет для продажи. Телек не пашет. Что, в принципе, не удивительно. Огнетушитель. Что, реально можно его взять? Не вижу в этом смысла никакого. Только если с ним драться. Под нос, под рот. Ничего интересного. Так, вот что такое? Зажигалка. Ну, для продажи, опять же, пойдет. Но пока мы найдем первого продавца, пройдет куча времени. Чудо клей, зубная паста. Это все берем для крафта. Так, что-то там на заднем плане какие-то звуки мне не очень нравящиеся. Как-то совершенно. Кстати, как вам музычка, саундтрек игры, да, вот эти вот курка и джинсы с теляги? Пока берем. Кстати говоря, я чувствую, мне нужно будет прокачивать параметр переносимого веса. Потому что реально я все беру. Все, что можно. Ой, это что такая за гадость такая? Что происходит? Темнеет, что ли? И с радиация. Черт, а что завис-то? И с радиация. Там что-то интересное, по идее, есть, нет? Че, рискнуть, не рискнуть? О-о-о, парни, жопа какая. Так, мне куда идти-то надо? Мне надо куда-то спрятаться. Причем побыстрее. Какие-то радиационные эти помехи. Радиационные волны. Come on, Codsworth. I need your help. Where can I go? Well, you could head into the city. Concord is nearby. But the people there are as put together as I am. There's still people alive in Concord? Yes, although they're the... Rough. You remember the way?
just across the southern footbridge, out of the neighborhood and past the Red Rocket Station. I shall remain here and secure... Так, как от радиации-то избавиться? There must be someone who can help you in Congress. Я что-то переживаю за это. Я радиацию получаю из-за того, что я не в здании, или в принципе получаю ее, потому что ночь и волна какая-то идет. Сталкер, не пугай меня, черт подери. Кстати, эта музычка очень успокаивает, если без нее было бы намного страшнее в этом плане. Мне нужно найти, где поспать. Мне нужно найти, где поспать. О, опять радиация. Ну да, я ее получаю из-за того, что я на поверхности, что ли. Так, ну давай пока побегаем. Антирадин, я знаю, что можно использовать, только, ну... Когда его точно использовать? Как спрятаться-то отсюда? Сейфа нет никакого? Бляха, радиацию получаю, получаю. Ой, мне это не нравится. Так. Так, это что, стоянка грузовиков красной ракеты? Смотреть Конкорд. Вы еще не были там месте поставить метку? Да. That song was, it was, hold on, it was by Three Sons, and, Это опять радиация. Never mind. Так, теперь давайте посмотрим, можем ли улучшить тут пистолет и, в принципе, какого он порядка. Так, я так понимаю, это какие-то были волны радиации, да? Я поэтому нахватал. Или я что-то путаю? Так, давай смотреть. Глубокоствольный пистолет. Урон 13, у моего 19. 38 калибр, 3, у меня больше. Скорострельно 46. Скорострельность 55. Дальность 119, дальняя меткость 57-65. Но мой лучше, мой очевидно лучше. Только что, может быть, этот можно прокачать. Так, война радиации прошла, надеюсь. Так, что я могу сказать? Меньше вес, больше урон. Увеличивает урон. Насколько увеличивает? Есть ли смысл делать? Он тяжелый, но глубокоствольный. Слушай, давай, наверное, его... Пока с ним ничего не будем делать. Или сделать все-таки. Посмотреть сравнение, потом еще что-то разобрать. Потрачу очень много материалов, вот в чем проблема. Сейчас разберемся, давай. Глубокоствольный пистолет. Урон будет меньше. Урон будет 14. У меня в любом случае по всем показателям урон больше. Слушай, не хочу его брать, я его разберу. Все, отлично. Может быть, я сделал неправильный выбор, но я так вижу. Так, я что, ночь пережил или это просто была радиационная волна? Честно говоря, я не особо хочу тратить, но мне придется, видимо, использовать. Радан. Радикс этот. У меня всего два. Надеюсь, таким-то образом мои показатели улучшат. Так, в том доме я был. Был я там радиацию словил, да? Я там не осмотрел одну комнату. Вы мне в комментариях напишите, кто в курсе, вот эти волны, они постоянно будут, да? То есть, ну, периодически возникать. Да, здесь все. Ладно, выходим, значит. Я так понимаю, пережить ее можно только в каком-то защищенном убежище. Здесь у нас особо ничего интересного, здесь особо ничего интересного. Тоже разломанный дом, пошли, вот в этом еще не были. Почты нету. Так, ну, я знаю точно, нужно... Начать двигаться побыстрее. А, я в этом доме и был, что ли? Я здесь был? Да, получается, я здесь с ним разговаривал. Ладно, давай тогда идти в сторону ракеты. Так, это у нас куда идти? Это у нас в ту сторону, да? Ориентируемся вот на тот показатель. Здесь еще он есть. Да, бегать здесь придется много. Открытый мир как-никак. Здесь жила собачка. Ключевое слово «жила». Так, здесь я был. Это все берем. Тачки у них прикольные, да? Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп, я понял. А
что ты гнида поганая. Тебя пришлось использовать очки. Быстрые, маленькие, юркие твари. Все отлично, пока убираем. Так. Надо прокачать показатель, потому что, я так понимаю, очень полезная вещь, как в предыдущих частях, особенно против врагов таких быстрых. То есть он у тебя бежит, ты успеваешь активировать. И, соответственно, если у тебя нормальные прокачки по критическому урону, то твои проблемы решаются. Так, здесь ничего интересного, огнетушитель. Так, это что такое? Это ничего. Ну и ладно, переживем. Да, радио очень, очень хорошо. О, денежка. Но они, наверное, ничего не стоят, да? Так, музыка по радио расслабляет. Без нее было бы намного печальнее тут. Так, ну что, там мы были. Походу, были везде. Так, а что, время показывает у нас, нет? Пип-бой. Что-то такое ощущение, что к вечеру. Как бы. Так, машина есть смысл залазить? Нет, да? Это что за приспособление? Осколочная граната, военная электросхема. Чтобы бросить гранату или мину, выберите ее в меню пип-боя. Так, ну я могу ее, наверное, поставить в быстрый слот. Да. Вот сюда, например. Хорошо. Давай попробуем взять ее. Чтобы бросить гранату или установить минус, зажмите РБ, затем отпустите ее. Ну понятно. На быстром слоте, да, она? Ну пущай будет. Так, у этой кречки, очевидно, обитают неприятные для нас ребята. Блин, много значков, все хочется посмотреть, но в этом проблема таких РПГ с открытым миром, что очень много куда хочется сходить. И от этого просто глаза разбегаются в разные стороны. Так, патрон, стимулятор, гладкоствольный, костюм бродяги. Ой, извини, я тебя немножко раздел. Ой, какой пёс-то неприятный. Ломик. Так, а давай-ка посмотрим, ломик не лучше, чем наш. Урон 16, урон 15, скорость средняя, вес 2. Так, давай-ка поставим ломик. Я правильно же понимаю? Да, все. Все отлично. У меня ломик, я правильно понимаю? Да, у меня ломик. В принципе, потихонечку с управлением выглядит. И знаете, хочется констатировать, что на геймпаде играть вполне удобно. Я, честно говоря, хотел сначала на мышке играть. Но сейчас понимаю, что на геймпаде, в принципе, проблем особых нету. Так, пока лечилки не использую, пока критичного показателя нету для этого. Темновато, конечно. Но что, вечер? Так, я так понял, одной таблетки Радикса мне не хватило, да, чтобы снизить радиацию? О, пёс. Слушай, я хочу, чтобы это был тот пёс, который будет со мной бегать, а не тот, который на меня нападёт. Поздороваться с собакой. Привет. Как с тобой здороваться, мой маленький? Hey, boy. What are you doing out here all by yourself? Не, ну я не буду ему грубить. You seem like an okay guy. Пёсик. Okay then. Let's stick together. Пёсик. Hey. С ним можно обмениваться? Чем? А, ему можно вещи давать, понял. Ну, можно пожрать, наверное, давать по логике вещей. Hey. Так, оставайся. How you doing, buddy? Ну что, давайте придумаем для него имя. Предлагайте в комментариях, и в третьей части мы... трюки? Hey, boy, you know any tricks? Мы какой-нибудь там в третьей, четвертой части, мы на одном имени сойдемся. Я пока свое имя предлагать не буду, давайте вместе решим с вами в комментариях. Hey. Так, ну пошли вместе со мной будешь ходить теперь. Честно говоря, рад, что я обрел такого друга. И мы нашли... Так, пес что-то нашел. Дружище, ты определись, где ты это нашел, куда бегать-то?
Че нашел? Так, можно давать команду оставаться. Wait there. Come on. Так, ты что? Опа. Бляха от сандаликов. Не попаду уже, да? Бляха, да тут их дохренища просто. Там пес сражается, нет, со мной? Денег. Смотри, сколько здесь. Тихо. Спокойно, не паникуем. Что за кротокрысы, мать их? Чуть не сиранул с ложечку. Все, отлично. Я думаю, собаку не могут убить, да? Слушай, он меня напугал. Очень дико напугал. Фух, стоянка так стоянка. Очень быстрые враги. Очень быстрые. В этом, кстати, плюс игры на мышке. То есть намного удобнее было бы стрелять на геймпаде, когда быстрый бой, ну, к этому нужно привыкать просто. Со временем обыкнемся. Так, ты так понимаешь, ты кротокрысов нашел, что ли? Нет, чтобы что-нибудь дельное найти. Он нашел кротокрысов. Нехороший ты. Пес, да хорош. Надо тебя похвалить. Иди сюда. Heads up. Так. How you doing, buddy? Hey, boy. Think you can find something for me? Так, давай, наверное, вещи поищем. See if there's any good stuff nearby, boy. Так, отлично. Честно говоря, меня напугали эти кротокрысы своим быстрым появлением. Я думал, их больше, чем их оказалось. Так, ну давай смотреть. Любимого банка возьмем, да? Перезарядимся, кстати говоря. Это все в продаже пригодится в том городе, куда мы идем, наверное. Так, что-то он ничего, походу, не нашел. Бостон Бьюгл. Это все пока посмотрим. Кофейник нам не нужен. Газеты почитаем. Крышечка, отлично. Отлично. Пачка сигарет. Если есть в кармане пачка сигарет, значит, ты играешь в Fallout, и тебе хорошо. Тостер не нужен. Здесь ничего не нужно. Любительская рация. Смысла от нее нету. Но, может быть, какой-то сигнал поймаем. Так, здесь больше ничего. Чувствую, потихонечку надо будет применять нам с вами уже лечилку. Стимуляторную. Потому что так не так. Стремновато. Уже практически 70% хп у нас осталось. Тайничок с крышками. Давай посмотрим, что в Тиммермане. Мне бы кроватку найти поспать, а то что-то как-то странновато ночью бегать. Так, ну записи читайте. Я сомневаюсь, что здесь будет что-то дико интересное, поэтому читайте на паузе. Под хорошую музыку, да почему не почитать, а? Интересно, будет когда в этих записях что-то интересное? Заменить тормоза. Но кроме погружения в атмосферу игры, я имею в виду. Так-то, конечно, интересно читать. Ну, что-то я сомневаюсь. Ну, ради, так сказать, праздного интереса и развития кругозора. Почитаем. Все, больше ничего интересного. Так, что, маленький, есть кротокрыса здесь где-нибудь, нет? А то что-то как-то стремновато здесь. Здесь я был в гараже? Нет, не был. Да, кстати говоря, станция обслуживания брони, но до брони нам еще как до Шанхая пешком. Кстати, мы с вами там что-то понабирали, причем немало. Вон, гладкоствольных пистолетов как говна. Так, стимулятор. Давай сначала посмотрим в пибое.
У нас их два. Можно, в принципе, их разрядить, их можно, нет? Чтобы патроны оставались. Давай останемся со своим пистолетом. Как бы вы против этого не были или были. Так, 13. Давай разберем. Оба. И охрана прутик, может? Нет, я просто сейчас не уверен, есть ли у ломика какая-то жизненный цикл. Поэтому пока его оставим. Сталь нам пригодится в любом случае в дальнейшем крафте какого-нибудь хорошего оружия. И очевидно, что я буду потихонечку, помаленечку обучаться взлому, чтобы все-таки взять тут пистолет. Так, бутылка из-под молока, пачка сигарет, ядер колы. Так, ядер колы, давайте посмотрим, что она делает. Так, бафаут, что такое? Сила выносливости, да, повышается? Так, что она делает? Радиация добавляется, да? Оздоровление на 20 секунд. Берем, не берем. У меня радикс всего один. Надо что-нибудь с минимальной радиацией. Да, вот это пожуем. Да, толку ноль. Только обзавелся радиацией. Ладно. Очевидно, что будем продавать все ненужное и покупать традиционные материалы. Так, давай включим карту. И найдем место, которое мне нужно. Оно находится вот здесь. Так, не могу, да, поставить на нее маркер? Ну, по крайней мере, вижу дорогу, которая к ней ведет. Если я прав. Так, вот там что такое? Что за парняги? Так, их, я как вижу, двое, да? С той стороны ничего, здесь какая-то деревенька есть, интересно. Судя по всему, мне в нее и надо, да? Да. Че, обойдем или не обойдем? Попробуем подзамочить их, патроны, в принципе, позволяют. Так, давай-ка только, наверное, сохранимся от греха подальше. Так, где больше урон? Давай сюда, а потом вот сюда. Так, а что не получилось-то? Стреляем сюда, а потом вот сюда. Не попал, да? Один готов. Че, улетел, испугался? Походу испугался. Ага, little pussy. Так, что себе можно взять? Хоботок гнуса. Да, здесь они ели какую-то очень мутирующую. Так, а где пес мой? Давай сюда. Здесь без тебя стрёмно. Так, а что у нас по карте? Я иду потихонечку сюда, приближаюсь, да? Так, я бы где-нибудь поспал. Здесь можно где-нибудь поспать? Темно совсем. Очень уж темно. Ну-ка, давай попробуем здесь поспать. Да, можно. Так, сейчас 10:28 пм. Давай поспим 10 часов. Кстати, мне интересно, восстанавливается ли здоровье в этот момент или нет. 2287 год, господи. Меня тогда уже точно не будет. Так, важные инструменты подобрал. Да, мне днем как-то поспокойнее, честно говоря. Ну что ж, давайте на этом серию закончим. Здесь можно честно проводить время бесконечно. Я очень рад выходу этой игры. А мы с вами давайте договоримся о следующем. Да, кстати, здоровье пополнилось. Давайте договоримся о следующем. Придумываем имя для песика, это раз. И во-вторых, определяемся точно, нужно ли нам 60 FPS или не нужно. Так, где-то здесь не очень хорошие сволочи летают, какие-то здоровые. С вами был NBitPlay, ставьте комментарии, подписывайтесь, ставьте лайки. Все, пока. Пока.